Спецоперацию по изобличению дилеров из Минска и Мозыря провел наркоконтроль УВД Минской области. Мозырянина задержали возле деревни Хатежина, где тот подыскивал места для тайников наркотиков. В гараже и квартире, которую снимал парень, милиционеры обнаружили гашиш, марихуану, амфетамин и параметилофедрон общим весом 4 килограмма 200 граммов. Выяснилось, что мозырянин выполнял роль кладовщика. Он заведовал большей частью товара и прятал его в окрестностях Минска. Затем сообщал подельнику координаты закладок. Тот, в свою очередь, занимался интернет-магазином по продаже наркотиков. В квартире Мичаина также нашли 500 граммов гашиша и 12 граммов мефедрона. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.